Здравствуйте, на государственном телеканале «Западная Армения». Очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире обращение госпожи Лидии Маркусян, заместителя спикера Национального собрания Западной Армении. Заявление депутата парламента Западной Армении Топузяна. Поддержим Арцах. Афины поддерживают санкции против лиц, причастных к турецким буровым работам на Кипре. Большая часть потерь Азербайджана приходится на национальные меньшинства. Пресс-секретарь президента Арцаха. В одном из городов Западной Армении обнаружены запасы золота. Компания Creative Armenia, соучредителем которой является Танкян, объявляет о гранте «Художники для Арцаха». Господин директор, после односторонних нападений 27 сентября 2020 года Азербайджанской республики на армянское гражданское население Автономной республики Арцах, Нагорный Карабах, депутаты Национального собрания Республики Западная Армения, собравшиеся сегодня на пленарном заседании, поручили мне довести до сведения всех парламентов мира, средств массовой информации, а также до широкой общественности наше решительное осуждение нападения Азербайджана на армянскую национальную территорию Арцаха. Национальное собрание Республики Западная Армения также призывает международное сообщество и, в частности, Минскую группу осудить агрессию Азербайджана в нарушении международного права и принять участие в пресечении этих преступных нападений на армянское гражданское население по дипломатическим каналам с целью восстановления порядка и незамедлительного прекращения огня. Национальное собрание Республики Западная Армения осуждает нападение, спланированное Азербайджаном при явной поддержке Турции. Поэтому Азербайджан, как исполнитель актов войны, Турция, как пособник и подстрекатели будут привлечены к ответственности за все человеческие жертвы, а также за материальный и моральный ущерб. Престиж, завоеванный вашим средством массовой информации за эти годы, его твердая приверженность справедливым делам придает нам уверенность в том, что мы попросим вас любезно распространить это парламентское сообщение, чтобы человечество не осталось равнодушным к этому тяжкому преступлению в духе мира во всем мире. Депутат парламента Западной Армении Карапет Топузян сообщает: «Гарник Саркисян использовал мое имя для создания своей организации без моего согласия. Топузян осуждает действия Гарника Саркисяна и требует, чтобы он больше не использовал его имя незаконно». Дорогие соотечественники Западной Армении, вместе с армянами всего мира помогают нашим соотечественникам в Арцахе. Вы можете также поддержать наших соотечественников, сделав переводы как в Министерство финансов Республики Арцах, так и в Фонд страхования военнослужащих. Таким образом, ваша помощь будет использована максимально эффективно. Банковские реквизиты представлены ниже: Министерство финансов Республики Арцах и Фонд страхования военнослужащих. Афины поддерживают Никосию в ее намерении добиться на открывшемся в четверг саммите ЕС санкций со стороны сообщества против тех, кто причастен к буровым работам, которые Турция ведет в Средиземном море, нарушая границы исключительной экономической зоны Республики Кипр. Об этом министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил вечером в среду после встречи в Никосии со своим кипрским коллегой, передает ТАСС. Греция поддерживает просьбу Кипра о введении санкций против отдельных лиц, принимавших участие в противозаконных действиях внутри ЕЗ Кипра, цитирует руководитель греческого внешнеполитического ведомства газета Cyprus Mail на своем сайте. Дендиас отметил, что Греция по-прежнему готова рассматривать вопрос о том, чтобы подвергнуть финансовым санкциям саму Турцию. Он также обвинил Анкару в противоправных действиях на Кавказе, в Ливии, Ираке и на Кипре. Большая часть потерь Азербайджана приходится на национальное меньшинство, отметил на брифинге в четверг пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян. Выясняется, что в течение этих дней на различных участках передовой большая часть потерь Азербайджана приходится на проживающих у них представителей национальных меньшинств. Это четкие разведывательные данные. Точно можем сообщить, что только на одном из направлений погибло 148 воинов-лезгинов, отметил он. Погосян сообщил, что несколько сотен погибших есть среди талышей. По данным нашей разведки, это вызвало серьезное недовольство у национальных меньшинств в Азербайджане, и в ближайшее время мы станем свидетелями акции протеста представителей этих национальностей. Эти факты в очередной раз доказывают, что Азербайджан подобные провокационные действия использует также для проявления подобного поведения по отношению к представителям национальных меньшинств, сказал он. В провинции Карин, Эрзурум, в Западной Армении обнаружены запасы золота в размере 8 миллионов кубических метров. В селе Багазыгрен, где проживает 60 человек, предприниматели получили право добывать золото на площади 1500 гектаров. По предварительным оценкам, годовая добавленная стоимость золотого рудника составит 400 миллионов долларов. Золото будет обрабатывать не цианидом, а силой тяжести, не нанося вреда природе.
Культурный фонд «Креатив Армения» объявляет конкурс грантов «Художники для Арцаха», который открыт для кинематографистов, фотографов, писателей, всех художников, которые хотят повысить осведомленность об Арцахе. Программа «Арцах» — это творческий грант для кинематографистов, фотографов, писателей, всех художников, которые своими работами привлекают внимание к Арцаху и его людям. Вне зависимости от того, находитесь ли вы в Арцахе сейчас или создаете за границей, вы можете подать заявку на грант хэштег «Artist for Artsakh», чтобы сделать правду услышанной, повысить осведомленность, получить поддержку своего проекта. Именно через фильмы, фотографии, литературу, музыку, искусство мир поймет, что происходит в Арцахе, отметила директор-основатель «Креатив Армения» Карин Оганесян. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Андреник Пашан Сагак Сагакян». Անդրանիկ Փաշան ֆիդայիներով զինված պատրաստված մոսին զենքերով անցավ սարուձով յուրտասնյակներով սասուն խալաթման արցանարյանցով անցավ սարուձով յուրտասնյակներով սասուն խալաթման արցանարյանցով. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.